Девольверы. Безумные-безумные девольверы. Условия предоставления услуг. Да, хорошо, я понимаю. Я, в принципе, согласен. Только дайте мне звуки потише в игре сделать. Знаешь, я ненавидел Electronic Arts. Потише. Перед тем, как вы примете участие в величайшем игровом шоу во всех времен, давайте разберемся, как все устроено и какие призы вы можете выиграть. Нажмите «Играть», чтобы войти в соревнования. Мчитесь на перегонки с другими 59 игроками, преследуйте и обводите их вокруг пальцев в случайной подборке раундов, пока не победите. За участие в соревнованиях даются лавры, а за победы — короны. Их можно потратить на то, чтобы принарядить своего чемпиона. А еще вы можете разблокировать специальные награды сезона, повышая свой уровень славы во время игры Battle Pass. Ей, надо было его брать. Так, что там Мерсер писал? Сейчас, дочитаю. Вы можете не только прыгать, хватать и делать рывок. Пробел, control, хватание, shift. Тоже какое-то хватание. За хвост? What? Нет, наверное, рывок. Не, рывок, видимо, на control как раз-таки. Он также доступен на движение при помощи WASD, настройка камеры с помощью мышки. Очевидно. Нажмите кнопку «Играть» в конце этого сообщения, чтобы запустить соревнования, заполучить эти короны. Окей, попробуем. На видео Electronic Arts выпустили свой тор в Steam и оставили стоимость подписки в 300 рублей, как было на минуточку 8 лет назад. Уровень моей ненависти в ноль упал. Юбки. Ребята, подработяга. Шалом, дрова. Что за игра? Новиночка. Новиночки, будем сейчас смотреть. Ну это типа... Battle Royale. Battle Royale с желешками. Это желешки. Смотрите, какая я классная розовая желешка. Желешка. Так, где мои костюмы? У меня еда должна быть. Фиалка. Кинозвезда. Мятный шоколад. Надувной мячик. Светофор. Не, ну мне розовенький нравится. Стандарт. Во! Костюмы еды. Я буду бургером. Бургер. Класс. И лапки, лапки есть еще. Фартучек. Картошка фри. Это голубая шипучка и вкусный бургер. Ну, я вкусный бургер. Выглядит как человек, падающий пол. Да, это он и будет. Эпическое. А лицо у меня очень обычное. Так, ну, во. Сердечки, класс. Трусики. Трусики, сердечки. Анимации. Бе-бе-бе. 1, 2, 3, 4, понял. Да, ладно, ладно, я понял. Триумф. Только одна, да? Падение с подиума. Так, SDV 800. Сделай sorry gacha. Sorry это какое? Sorry for what? Sorry for what? Ну, сори. Sorry for what. Так, короче, что здесь еще есть? Здесь есть Battle Pass. Частичка из него платная. Да? Или нет? Или это просто закрыто? Нет, подождите, он полностью бесплатный, походу. Нет, замочки это просто то, что я до него еще не дошел. Правильно? Правильно. Зарабатывайте славу. Окей. Сори, которая сора. А, этому сори. Я думаю, типа, сори, сори for what? Типа, ну, гача, you know. Так, потише сделать игру. Чтобы я мог вот так вот сделать. Строки графики, клавиатуры. Че 30 FPS? Что за, блин, 30 FPS? Окон режим, VSync. Почему 30? Может выключить VSync? Все равно 30-ка. А, окон режим, стоп.
Нет, не оконный режим. Альтабаться нормально нельзя. Люблю такие игры. Чё, десяточка и шалом? Чё началось? Какие, sorry for what? Sorry for what? Ай, мне же надо альтабаться, чтобы рекламу включать. Блин, вот у меня серьезно, у меня стримдек один день работает, второй день не работает. Один день работает, второй день не работает. Мне это так бесит, я не знаю почему. Типа он теряет соединение с Твичом, и я думаю, что это, скорее всего, мой интернет. Как говорится, человеческий глаз не воспринимает больше 30. Да я даже на мышке вижу, что она 30-очка. Все так медленно двигается. Поддержка как? Играть разработчики, клавиатура? Нет, это ничего не нужно. Ага, покупка. Получите лавры, магазин DLC, это я уже купил. Мускулистый. Ладно, давайте играть. Пригласить игроков. Нет, давайте в соло начнем пока что. Пробуем. Такой огурчик классный сверху. Больше 24 на каждый глаз, поэтому максимум 48. Смотри, что есть. Но это пока недоработанная сцена. Огурчик DLC стоит того, забирайте все деньги. Да, хочу огурчик. Гонка. Преодолейте препятствия и доберитесь до финиша. Так, что у меня есть на контрол? Это, видимо, прыжок вперед, да? Надо бы, ну, прыжок на пробел, понятное дело, но... Прыжок дальше, еще и контрол делаю. Преодолеть препятствия. Слушайте, что-то там страшно как-то. Там какие-то крутилки, я не уверен, что я по ним пробегу. Блин, графонка. Ну, 30 FPS, конечно, это просто... О, shift это брать челика. Хорошо, контрол это вот хватать. А, там куда-то можно. Понятно. Понятно, лучше было сразу упасть. Не, ну эти 30 FPS меня не радуют. Я что, на Соньке играю, что ли? Давай! Давай, беги! Давай, беги! Шары! Найс! Чат, как думаете, я добегу? Я думаю, что... Не, ну, вот эта тридцаточка, конечно. Нет! Изи! Изи с первого трая. One small thief. Так, нагивчик, чего там? Здравствуй, Джо. Это игруха от девольверов, они умеют создавать не слэшеры. Да, они умеют создавать упоротые игры вообще-то, девольверы. Конец можно в Лигу, это только первый раунд, ты чё? Куда? Кого? Нам еще корону заработать надо. Ты долго выбираться будешь? Видимо, долго. Окей. Незваные гости. Держитесь подальше от хлопающих дверей и мчитесь к финишу. Понял. Ну, вообще не понял. Ага, понятно. Чё, вот это должно упасть? Йос! Ху-ху! Изи! Нет, да упади уже! Ха-ха-ха! Нойс! Крутяк, понятненько. Да нет! За шо? Да за шо? Ну два раза зафейлил. Почему там яма? Я не видел эту яму. Да. Rest in pepperonis.
Мой бургер не дошел до конца. Эх. Давай в новую катку, да, понятное дело, что я не буду сидеть просто так. А, я не успел ливнуть. Ожидание игроков. Головоломка. Запоминайте изображение на плитках. Не, ну это клево, но я уже не в игре как бы. Отстаньте от меня. Я уже все. Я уже рип. Моего бургера здесь больше нету. Наблюдать мне как бы не за кем. Ясно, надо было сразу ливнуть, потому что теперь мне этого... Это дает сделать, но очень медленно. Награда 50, и всего 25 по Battle Pass. Чё так медленно? Так, меня бесит эти 30 FPS, реально. Я не на Соньке играю. Алло. Но это в окне. Ну ладно, пошли еще сыграем. Но это что-то смешно пока что. Может быть, мне попробовать через NVIDIA как-то поднастроить. Чего полный экран новоконного? Кто такие игры делает? 2К20. А стример, как всегда, привередливый. Читаль, тоже поиграть не? Ну, пока забавно. Но это прям с друзьями, мне кажется, надо. Мне игра напоминает сперматозоида, который стремится к яйцеклетке. Сайбер Тимба, у тебя очень странные ассоциации. Гонка. Преодолеть все препятствия. Окей. А, ну вот и как конкретно этот уровень мы уже пробегали. Где мой бургер? Где мой вкусный бургер? Вот он? Наверное, вот он. Уф, мой вкусный бургер, я один из первых бегу. Может быть, получится пропрыгать в этот раз. Меня никто не толкнет. Да не, забейте. На центр здесь прыгнуть слишком сложно. Да, тут так-то челики прям первые бегут. Давайте, мужики, толкаемся. Чё-то мы в жопе. Чё-то вот прям вот в жопе. Всё очень плохо. Желешки, бегите. А не, нормально, это ещё не самая жопа. Чёрт, стоять. 44-й. Нормально. Не, ну это просто уровень легкий. Бегуны мечты, да. Блин, мне не нравится эти 30 FPS. Почему? Как? За что? Да, турнир по этой игре через час. Все стримеры соберутся. Вместо мафии играть будем со стримерами. Эта игра выглядит лучше, чем мафия, капа. Бегите к финишу. Показывать имена, кстати, можно. А, понял. Лучше здесь. Забавно. Ну тут прям прыгать хорошо надо. По этим штукам. Шары! Блин, вот челикам всем повезло, да? Что здесь шаров не было.
О, дерьмо. О, успел. Изи. Ой, ёпт. А это что за штука? Нет, лучше бы сразу упал вниз. Хотя, может, так даже и проще. Вот только в горку надо бежать, а не прыгать. О, блэд. Понятно, понятно. Ну, там 32 уже. Ну, чат, вторая слишком сложная. Вторая слишком сложная, я так не умею. Witches Corner, привет. Здоровье нормально. Пробую настройку поставить. У меня... Так, это тут ни при чем, Лукас. Вообще ни при чем. Призы заметные. На стриме? Не, на стриме-то ничего нету. Это в игре заметно. Типа у меня 120, потому что у меня монитор 120. Это специально так сделано. Только ничего сейчас не поменяется. Угу, теперь не тот монитор выбрал. Три кого? Может просто 60 попробовать? О, 60. 44. Ну, хотя бы 60 FPS есть, нормально. Мне 60 хватит, помню. Здравствуй, Юзлес. Здорово, Эмерс. Все потому, что мы бургер, да, нас расталкивают. Дядя, пожалуйста, буквально позавчера собрал деку на Эш, в браковке и Рэк, и Янге уже готов испытывать, исправлять, захожу на мобилитик чекнуть мету, а там в топе Аша с Ноксусом. Испортил себе настроение в ноль. Ну, это довольно классическая, да, такая колода, она довольно давно используется, по-моему. Что снизу на японском написано? Где? Да. Акуву, Надо бы с Акувой поиграть вместе. Я сегодня тоже позвал в эту игру поиграть. Но он пока в радуге своей сидит. А, на рабочем столе. А там типа что-то про Маки Сокурису написано. При прыжке рывок плюс что-то сильно замедляется. Ну, когда допрыгиваешь, по-моему, помогает. Плохо так. Опять гонка. Ну, гонка, видимо, вся первая. Ломайте дверь на пути к финишу, но помните, некоторые из них не настоящие. Ой, черт. Это надо за челиками просто бежать пытаться. Надо научиться оттаскивать чуваков. Периодически. Огурчик красивый, да, мой огурчик лучше. Огурчик Рик! Во, все, теперь нормально. Теперь, ну, 60 заметно прям, хорошо. Ну что ж, Ладно, сойдет. Сойдет. Да стойте! Не дают еще перепрыгнуть нормально. Что-то нам пока везет по центру просто бежать. Попробую сюда. Нет! Ну крутая же идея была. Да сколько ж вас здесь? Не. Когда пытаешься тащить, замедляешься. Вон. Приехала подруга на 3 дня, эти 3 дня я выпала из жизни. Ты как поживаешь? Да хорошо, все, новиночку нашли. Наконец-то в августе хоть что-то появляется, прикольно. В League Legend играл вчера, вообще весь день прям так наигрался, классно.
К друзьям ездил отдыхать на выходных, фоточки в телегу скидывал. Вот, хорошо так посидели, домашнюю шавушку кушали. Правда, по Москве кататься надоело еще с этими коронами и маской на лице. Эх. А Grounded как? Да быстро надоел, там контента мало, его надо ждать. О, в эту мы уже играли один раз. Может быть, в этот раз у меня получится. Только я где-то в жопе. Предлагаю через лево пойти. Хоба, на скиллухе. Ну просто на скиллухе. Вот только вот здесь вот немножечко потерял скилл. Потерял. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой, как везет. Ой, как везет. Йос! Все, в этот раз не падаем и на... Так, понял, падаем. Падаем и проходим снизу. Здорово, чувак. И тебе привет. Нет, их много. Почему их так много спереди? Дебильные шары. Так, а это что за штуки? Они просто мешают, видимо. Да я... Ну, 20 какой? 27-й был? Нормально, нормально. Класс, класс. Трусы топ. У меня? Да я. Сердечки. Это вообще донатер. Я должен выигрывать. Я же груз донатил. Все лучше и лучше играешь. Да это потому, что FPS теперь 60. Это шары нюка нам мешают. Токсичный шары нюка, блин. Бегите от надвигающейся лавы, преодолевая препятствия, чтобы добраться до финиша. Эх. Обгоните слизь и доберитесь до финиша. Так лаву или слизь? Что за... Блин, мышка на экране так... Неприятно смотрится. Зачем она здесь? Фига там скилловые челики. Не, вы видели, как прыгают? Опять токсичные шары нюка. Ну все, это рип. Так хорошо шел. Ну не, ну это до свидания. Кажется, лава нас догонит, чем бы она ни была. Вас выбили. Ну один прыжок, все зафакапал. Ладно, рип. Так, чё, сколько? Давай мне награды. Я даже первую награду еще не открыл, вот лох. Пол, это лава, да, походу. Что это чисто фановая игруля с друзьями поиграть, Дим. На Соньке тоже выходит. Но в Battle Royale типа того. Хотя если на Соньке PS Plus куплено, он вроде как бесплатно раздаваться будет. Больше на что-то японское похоже, у них там много всякого такого. Да, кстати, у японцев такие прям шоу есть. Здорово, Даркай. С друзьями. Именно поэтому я играю один. Выиграл хоть раз? Нет, пока. Третью катку уже отыгрываю. Запустить рекламу. Это чтобы я не чувствовал себя таким одиноким. Грубо на ящик и Game Pass, и там самое место. Да. Проблема в том, что... А чё так долго ищет 50 тысяч игроков в игре? В России все равно Game Pass. Хрен купишь. Здорово, Крон, здорово.
Доброе утречко всем. Не, забавная игруля, мне пока весело. Я какое-то время поиграю в нее точно. Надо бы собрать состав стримеров, так будет веселее потом наблюдать просто за ними. Ошибка подключения. Круто. Вот такой вот. Вот такие вот 50 тысяч игроков в стиме. Крин купишь через интернет-магазин. Так это бред, надо его напрямую покупать. Microsoft охренели, что такое вообще? Через интернет-магазин. DLC Ведьмака-то когда? Я не знаю, сегодня вечером новый шутана пробую. Если он зайдет, то завтра будем его проходить. Если нет, то, скорее всего, завтра Ведьмак. Я уже завтра хотел Ведьмака. Ой, я сегодня хотел Ведьмака, но внезапно вышел этот Fall Guys. Внезапно. Я подумал, что надо. Смотрите, какой бургер классный, какой он клёвый. Какой он классненький. Огурчик топовый. Огурчик Рик. Так, ну мне что-то уже третий раз подряд попадается одна и та же первая гонка, и я все равно не смогу запрыгнуть сюда, спорим. Как же губка Боб и Destroy All Humans. Слушай, насчет Destroy All Humans вообще не что-то я не уверен. Губка Боб. Ну. Получилось! Ух, чамп! О, запрыгнул на волка. Блин, вот сволочи, не в ту сторону толкают. Надо было первым подбегать, короче, и толкать. А тут все равно в центр надо. А хотя не, подождите, это наоборот, здесь все в центре пробегают, а если пробежать сбоку, то наоборот будет поудобнее, наверное. Ой, здесь тоже был один, я что-то его не увидел в этот раз. Мужики, тихо. Так, ну я в этот раз аж 27-й, класс. Изи. Все, но это благодаря тому, что я по топу пропрыгал сейчас немножко. Гуси. Держи гусей. Ты увеличил сам? Нет, это автоматом было. Ты чё? Не, я ничего сам не увеличиваю, нет. Не. Это мне только помог сделать прикольные штуки вот эти вот. Я давно хотел узнать, как он это делает. Крутая тема. Вот только дефолт кам у меня снизу здесь. Ага. Я в итоге вернулся не в уголочек, а тут. Это не очень удобно. Надо будет потом подумать, как это все поменять. Блин, мышка? Как? Почему мышка? Почему? Ой, в прошлый раз вот здесь я зафейлился. Да. Повезло. Но тут на самом деле так-то чистый лаг практически. А, вот здесь вот самое жесткое. Хорош! Десятый я был. Изи. Ты из ДБД ушел? Из ДБД ушел, да, там делать нечего. Где раздают ЕГС, где кого? Я предложил рогалик Бароне, который сейчас раздает, но слишком сложный для стрима, когда как нам будет. Рогалик. Слушай, надо забрать, наверное, в ЕГСе. Так, мы наконец-то справились с третьим раундом. Супер. Наконец-то затащили. Командный хвост пистолетом. Как играть? Используйте shift, чтобы схватить хвост. У вашей команды должно быть больше всего хвостов к концу раунда. Ё-моё. Я играю в какой команде? А тащить-то их куда? А, или потом с ними надо, видимо, убегать просто. Или что-то такое.
Стоять! Стоять! Розовенький. Нет! Изи. Осталось выжить. Целую минуту, ёпт. Интересно, сколько хвостов можно таскать? Ну, наверное, только один. Нет, он еще бежит. No! Отдай мой хвост. Отдай его. Йос. Наши команды 8. Надо на рандоме, короче, находить их. И как забирать? Вот не типа у тебя. Стой. Yes. Yes. Нет, верни. 0 секунд. Фу, хорош. Хорош. А в чем и как этот хвост держится, вы сами знаете. Да, да. Хвосты стакаются, походу, отображаются как один. За что в интере сейчас очень круто работает дискард. Как минимум, Бивер это признал. Сейчас в рейнке, где это из самой жопы вылезло 28 картонок дров, но у Дейлики сказано. Окей, Сора. Мне пофиг на ранкеты в Рунтере. Я знаю, что там сильный сейчас. Подберите изображение на экране, чтобы не попасть в слизь. Боже мой. Идеальное совпадение. А где я? Как это делать? Не понял. Там было какое-то изображение, нихрена. А. Виноградинка. Эй. Фу. А, типа, ты просто запоминаешь, где они были или что? Виноград. Вишня, арбуз слева. Виноград, вишня, арбуз. Персик сверху. Виноград, вишня, арбуз, персик. Вишня. Yes. Надо бы их сталкивать, в принципе, пытаться. Так, виноград, банан. Арбуз. Виноград еще вдалеке. Виноград, банан. Вишня, персик вот там был. Держаться за челиков, чтобы не падать. Как беги туда, где много народа. Да. Осталось 16. Остальные, видимо, попадали уже там? Или что? Так, ну сейчас, наверное, финалочка будет. Следующий раунд, не последний. Здорово, Дрэгон, нам тут весело. Ну пока прикольно, да. Последний раунд, финал. Как играть, доберитесь до вершины горы раньше всех и используйте shift, чтобы забрать корону. Так, я побегу, не знаю, налево, по центру. Потом слева надо забежать и схватить ее шифтом. Понял. Вот тут какие-то стрелочки, как будто они ускоряют, или как будто по центру что-то... А, не, просто стрелочки. Ой-ой-ой. Ой-ой. Нормально?
Живцов Full Guy. Нет. Нет. Меня все обгоняют. Давайте их всех собьет что-нибудь. Да? Чё началось? Как меня толкнуло хорошо. Фак! Чё так? Как они так быстро все пробежали-то? Как они все так быстро пробежали? Ну ладно, первая нормальная катка, до финала добрались. Нормас, нормас. Не будет мне короны, ну ладно. Не упали трижды. Повезло, да. Хорошо, 500 лавров. А дальше откроется раскрасочка. Ну, достаточно много дали. 197, 440 этих для кастомизации. Пойдем посмотрим, что я могу купить за 2000. Ну, видимо, ничего. Блин, какой тираннозаврик классный. А, ну это временный, через час исчезнет. Блин, он такой прикольный. Обычные предметы. А, это популярные предметы. Через час обновится. Это за короны. Тоже за короны. Ок. Ну погнали еще. Копим на тираннозавра. Ну, можно попробовать, да. Хеллпоинт не будешь играть? Не, хеллпоинт не хочу, Батас. Эти Dark Souls лайки, ну их нафиг. Камеру подвинуть. Надо, короче, под это отдельные кнопки будет сделать, под управление камерой в любую точку экрана. Ты, кстати, так не сказал, что по губке Боба я ждал. Да ну, не хочу. Не знаю. Просто нет. Сегодня без лиги. Сегодня, скорее всего, без лиги. Если понравится новый шутанчик, который вечером выйдет, постараемся его полностью пройти. Ну там типа игра типа Дума, я думаю, она часов на 5-10. Закажешь, сколько они там контента сделали? Ну посмотрим. Привет, Муравелс, как дела, как настроение, как игра, советуешь, игра на ПК? Сколько вопросов и ни одного ответа. Настроение норм, игра... Ну пока прикольно, да. На ПК-шке есть, на Sony тоже есть. Ну погнали, буду первым. Выбил, нормально, повезло. Не выбил, понятно. Ну все, на этом наш... Наши прогулки, походу, закончатся, да? Угу, вообще просто последний бегу. Затолкайте меня кто-нибудь, спасибо. А, так самое сложное... А, нет, здесь не самое сложное. Здесь просто добежать. Ну, капец. Ну, капец. Еще в бете приметил, что игре не хватает твич-интеграции приватных матчей. Приватные матчи здесь обязательно нужны, да, чтобы, типа, со зрителями играть. А сколько игроков, интересно, можно пригласить? Ну, понятно. Лобби какой-то не открывается. Так вот, из грязи в князи. Ну, не сто... Ну, типа, в самую крайнюю попробовал прыгнуть. Лох, лох. Так, кстати, я хотел... Сейчас, минутку. Мне это надо было бы немножко по-другому делать, но... Transform default в эту позицию. А что все такое синее? А, потому что экран синий, я сам синий.
И даже не пил. Так. Все отлично, теперь все хорошо работает. Еще один раз вам конка дал халявного. Зрители бы лично стримера пограбили в обнимашках, чтобы тот не проходил. Блин, ну это правда страшно было бы. Играл в Спеланки 2? Нет, я в Спеланки вообще не играл. Знаю эту игру, прикольно, рогалик вроде. Донатьте стримеру, чтобы тот знаете, он динозавра. А я это... Нет, тут я в Стиме уже все купил, что можно было. Симулятор Черной Пятницы, все за скидками. И давки на кассе. Икс. Ай, блин, не в ту сторону. Нормально. Что, идем пока что? Я, пожалуй, подожду. Динозаврики! А, тут еще вот так надо. Я в первый раз эту пропрыгал полностью. Ух, четвертый. Если меня сейчас не собьет. Ну нет, шестой получился, по-моему. Нормально, нормально. Сегодня обновил ежемесячную подборку PS Plus. Подписчики из России могут бесплатно получить свою библиотеку Безумцев и Fall Guys Ultimate Knockout. Чё, прям вот уже сейчас? Круто. Тут можно играть вдвоем? Можно, Муравилс. Эта игра заточена под кооп. Если здесь нельзя было бы играть вместе с кем-то, это было бы очень странно. Защедрился, халявный хонки раздает. Ой-ой. Все очень плохо. В прошлый раз я здесь не смог. Слипи, привет. Ика. Хорошо. Так, ну теперь мы знаем здесь читы. Я первый. Ог. Но я так далеко еще не доходил. Нет, стой, держись, мой фолгай. Так и не понял, пока что делает эта вот скользкая фигня. Так, лучше здесь подождать, да? Да. Вот разве что на последнем можно рашить. Опт. Ясно. Ясно. Да мужики, да стой! Найс, камера. Просто рип из-за камеры. Ну и затолкающихся челиков. Стой, тихо. Бля, еще тут как бы надо поспешить, потому что сейчас уже будет ГГ. Да, был первым, стал последним, красавчик. Беги, братан, беги. Нет, стой. О, 12-й. Чё-то кажется, у нас сейчас концовочка будет. Ну вот это очень сложная миссия. Да. Для Слипи. Сделает жидкая фигня. Чутка замедляет, и типа ты по ней скользишь, видимо.
Не посмотрите на этот крутейший бургер. Ммм. Едет диван, камин. С нами розовые волки. Вася. Фу. Battle Royale? Да. Чувак, 360 сделал в прямом эфире. И не в ДБД. Так, что, наступайте на ложные... Не, наступайте на ложные плитки и найдите скрытый путь к финишу. Ёпт. А чтобы понять ложные, видимо... Надо просто топать. Понятно. Так, мужики, а ну давайте проверяйте. Ёпт. Йос. Топ 2. Я сейчас пытался кого-то оттащить для того, чтобы, типа, ну, другим челиком проверить, нормальная плитка или нет. Похоже на большие гонки с Нагиевым, помните такие? Да, таких передач в свое время много было. В Японии очень много таких передач. Так, доберитесь до вершины горы и схватите... Ой, схватите корону. Поехали. Давай топ-1, да, надо брать всего 7 противников. Вообще фигня. Так, надо выше смотреть, что там происходит. Нет! Прямо в нас прыгнуло. А его еще и под жопку толкнуло. Нет, стой! Я думал, он уже заберет. А, да ладно. Не знаю, как он ее не схватил. Прыгнуть нормально было. Нет, там не допрыгивал. Интересно, а можно ли пробел Ctrl и потом хватать? Победа была так близка, да, да. Это было неплохо. Жевательная резинка надеть? Ну, попробуем. Не, что-то не. Что-то не. Давай что-нибудь. Мне вот этот нравился.